Здравствуйте, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, город Ростов-на-Дону. Вот такую коллекцию собираюсь сегодня представить вашему вниманию. Цены у нас сегодня снижены, но опять-таки это не распродажа, потому что есть позиции, на которые я просто... Ну, не могу снизить. Вот, но все то, что я могу, пожалуйста, к вашим услугам. Итак, давайте вместе посмотрим. Значит, сразу анонсом. Значит, если вдруг кто-то ждет бусы из драгоценных камней, изумруд, рубин, топаз, опал, сапфир, танзанит, значит, я их буду показывать в отдельном видео вместе с ювелирными украшениями из этих камней. Я думаю, что так будет лучше. Итак, поехали. С самого дешевого. Вот такие шикарнейшие серьги. Очень стильные. От Ирины Сергеевны Белицкой. Серьги не тяжелые. Это агат грушевидной формы и итальянская фурнитура. Швензы родированы. Вот как-то так. 500 рублей стоимость таких сережечек. Есть у меня белые. Есть у меня вот такие с белыми агатовыми бусинами в виде груши и итальянской черной черным каучуком. 500 рублей. Это коралл резной. Значит, вот эта ниточка 8 миллиметров, и эта нитка 10 миллиметров. Смотрите, коралл, вот давайте я, может быть, чуть по-другому сейчас попробую показать. Вот, вот смотрите. Вот он немножечко идет. Вот с такой желтиночкой, вот с желтенькими такими, вот как областями. Но, тем не менее, очень интересные, очень красивые. Значит, 43 сантиметра ниточка плюс удлинительная цепочка и 45 сантиметров. Вот такие меньшего диаметра, 8 миллиметров. И тоже... с удлинительной цепочкой. Стоимость 500 рублей. Бусы из перламутра. Вот такая красота. 44 сантиметра плюс 5 сантиметров удлинительная цепочка. Стоимость их одна, простите, стоимость этих бус 500 рублей. Так, это гранат гладкий. Сейчас я попробую его показать с вот таким образом. Смотрите, вот, вот они. Вот засветились бусинки. Вот весь прозрачный. Длина нити 42 сантиметра. Это чокер. Плюс 5 сантиметров удлинительная цепочка. Вот смотрите, вот их видно. Бусинки прозрачные. Стоимость 1000 рублей.
шикарная яшма у накид. Ее длина 47 сантиметров, собрана через радированное серебро. И вот такой замок с удлинительной цепочкой, очень яркая. Стоимость 1000 рублей. Так, вот такой, угу, тоже не видно. Это цитрин вагран. Так, это цитрин ваграночки. Смотрите, попробую сейчас показать вам близко-близко. Но это уже как камера. Сможет или не сможет. Вот, вот он, смотрите, цитрин в огранке. Нежный-нежный. 42 сантиметра чокер плюс 5 сантиметров удлинительная цепочка. Стоимость его 1500 рублей. Вот такой сапфирин. Голубой кварц. Его длина 43 сантиметра плюс 5 сантиметров удлинительная цепочка. Стоимость 1000 рублей. Снежный обсидиан. Красавец. Очень интересно собран. Длина 47 сантиметров плюс удлинительная цепочка 5 сантиметров. Стоимость 1000 рублей. Так, есть у меня еще два обсидиана. Так, один из них. Так, вот этот. Смотрите. Это радужный. Вот он. Вы знаете, вот если повертеть шарики, вот у них, у каждого будет свечение. Но вопрос в чем? Бусы туда-сюда вот ходят, бусины. Ну и вот, вот они. Так, 42 сантиметра плюс 5 сантиметров цепочка. Стоимость 1000 рублей. И обсидиан золотистый у нас с вами. Вот он. Стоимость 1000. О, вот, проснулся. Красавчик. И его длина составляет 44 сантиметра, ну, плюс цепочка, 1000 рублей. Вот такая роскошная яшма мукаит. Сорок два сантиметра чокер плюс 5 удлинительная цепочка. 1000 рублей. Аметист. Тоже красавец. Вот. Вот так давайте его посмотрим. Собран через радированное серебро. И замочек тоже радированный. 43 сантиметра плюс 5 сантиметров цепочка. 1000 рублей. Так, покажу сейчас вот такие серьги из белого нефрита. Значит, смотрите, на монгольскую бирюзу, я говорю, по-моему, в каждом видео, когда показываю бирюзу и нефрит,
У меня есть сертификаты на белый нефрит и на монгольскую бирюзу. Пожалуйста, всем, кому интересно, кому они нужны, напишите в личку, я вам их перешлю. Почитайте, посмотрите. Серьги стоят 1000 рублей. Фурнитура родированная. Браслет стоит 1500 рублей на любую ручку. Далее покажу черную шпинель. Чокер 43 сантиметра. Плюс удлинительная цепочка. Стоимость 2000 рублей. Диаметр шпинели 3 миллиметра. Вот такие ограненные камни. Сердолик. Давайте начнем вот отсюда. Очень долго искали с Ириной Сергеевной сердолик вот такого качества. Смотрите, он прозрачный, и он вот обладает эффектом внутреннего свечения. Вот очень редкий. Значит, серьги стоят 500 рублей. Браслет стоит 1000 рублей. Вот браслет на мою ручку. Вот этот конкретно на 16,5-17. Есть у меня большой браслет, пожалуйста, он идет на 18,5-19, очень интересно собран. Браслетов много из сердолика, бус тоже много. Ну, естественно, как только нашли, вот сразу позаботились, чтобы всем всего хватило. Итак, серьги 500 рублей, браслет 1000 рублей. Ну и красота из красот. Смотрите, какое качество. Фантастика. Вот эти бусы, смотрите, он светится, светится бусинка. Эти бусы, бусины диаметром 8 миллиметров. Длина их 45 сантиметров плюс 5 сантиметров цепочка. Стоимость 2000. Эти бусы диаметром 10,5 миллиметров. Красота. Стоимость 2000 рублей. Длина бус 44 сантиметра плюс удлинительная цепочка. Флюорит сказочный, Монголия. Прозрачный и разноцветный. Вот такой красавец. Смотрите, даже шторочки можно разглядеть. Удивительный камень. Чокер 43 сантиметра плюс 5 сантиметров цепочка. Цена флюорита 2000 рублей. Так, розовый кварц Мадагаскар. Серьги. Стоимость их 500 рублей. 4,5 грамма вес одной серьги. Браслеты. Смотрите, вот этот браслет на резинке. Есть у меня браслеты из розового кварца. По-моему, еще и на замках. То есть, вот по такому принципу я, если нужно будет, я поищу. Стоимость браслета 1000 рублей. Вот. И бусы из этого шикарного камня стоят 2000 рублей. Так, чуть-чуть хочу их немножечко по-другому показать.
Значит, вживую все камни на порядок ярче, чем их показывает камера. 44 сантиметра плюс 5 сантиметров удлинительная цепочка. Раухтопас в огранке. Диаметр бусин 12 миллиметров. Красота из красот. Есть и радужка, и шторочки, и они вот немножечко разных, смотрите, разных оттенков, то есть чуть светлее, чуть темнее камни натуральные, поэтому ну вот так. 44 сантиметра плюс 5 сантиметров удлинительная цепочка. Повторюсь, диаметр 12 миллиметров. Стоимость 2000 рублей. Амазонит Россия. Голтовка на убывание 62 сантиметра. Стоимость 2000 рублей. Вот такие серьги остались с кианитом. Пожалуйста. Тоже идут по распродаже. Цена им 500 рублей. Вот так. Хрусталь. Так, этот браслет на 16,5-17,17,5. Даже, наверное, 17,5 будет маленький. Стоимость 1000 рублей. Сказочные бусы 12 миллиметров. Огранка выше всяческих похвал. Роскошные бусы 44 сантиметра плюс 5 сантиметров цепочка, собраны через родированное серебро. Замки родированы. Это грузинский гагат с кунцитом. Вот такое колье собрала Ирина Сергеевна Белецкая. Это охранная серебряная бусина. 47 сантиметров нужно будет. Смотрите, буду взвешивать более тщательно. По-моему, 47 сантиметров длина плюс удлинительная цепочка. Стоимость 2700 рублей. К этому колье я могу предложить вот такие серьги из кунцита. Вот они все идут с эффектом кошачьего глаза. Вон глазик светится, смотрите, на бусинке. Так, ну давайте до сережечек мы дойдем. Есть у меня еще вот такой амазонит. Очень стильный. Такая мята-мятная. 43 сантиметра. Плюс 5 сантиметров. Стоимость его 3000 рублей. Это ручная огранка. Аквамарин. Розовый кварц и аметист. Сказочные бусы 46 сантиметров плюс 5 сантиметров цепочка. Вот такой аметист. Стоимость 3000 рублей. К ним у меня есть вот такие аквамариновые серьги. Это полностью серебряная фурнитура, аквамариновые бусины. Стоимость 1500 рублей. Так, ниточка апатита. Значит, апатит цвета морской волны. Вся фурнитура серебро. Длина нити 50 сантиметров. Цена на апатит снижена. 3000 рублей. Далее. Кунцит. Добрались мы до кунцита. 8 миллиметров.
диаметр 47 сантиметров бусы, собраны через радированное серебро. Стоимость 4000 рублей. Значит, диаметр вот этой нити 10,5-11 миллиметров. Вот так чуть-чуть покажу. Тоже с эффектом кошачьего глаза. Вот он. Вот смотрите, вот он эффект. Вот, вот такой. 46 сантиметров плюс 5 сантиметров удлинительная цепочка. Стоимость 5000 рублей. Так, еще раз смотрите. 8 миллиметров стоит 4000. 10,5-11 стоит 5000 рублей. К этим шикарным бусам. Вот такие два браслета есть по 2000 рублей. Так, вот этот браслет, смотрите, 2500. А нет, наверное, маленьких браслетов нету. Значит, браслеты все по 2500. Простите, пожалуйста, что ввела вас в заблуждение. Есть браслет вот такой регулируемый. И есть на резиночке. На резиночке идет, ну, от 17,5-18 сантиметров. Так, и есть у меня вот такие серьги. Значит, серьги вполне себе бюджетные. Стоимость их 1000 рублей. Фурнитура родий. Родированный сплав. Ирина Сергеевна делала как-то вот по типу вот этих серег на серебряных швензах, но они получались по 2000 рублей. Ну вот, пошла навстречу просьбам. Вот серьги 1000 рублей. Шикарная нитка аквамарина. Просто сказочная. Сейчас я его... Вот. Вот, смотрите. Смотрите, какой аквамарин. А, 10 миллиметров диаметр бусин. Фурнитура полностью серебро. Смотрите, проложено серебро между бусинами. Вот это тоже охранная серебряная бусина. И серебряный замок, и серебряная фурнитура. Стоимость этого колье 5000 рублей. Вот такой аквамарин. Так, ну и покажу вам вот такую ниточку. Диаметр 13 миллиметров диаметр бусин. Шерловый кварц высочайшего качества. Когда я говорю высочайшего качества, смотрите, бусины прозрачные. Прозрачные с шерловыми включениями. Потому что очень часто шерловый кварц, ну, кварц, он, понимаете, да, прозрачность и кварц, ну, как бы это, наверное, вот такие показываю прозрачные бусины. Длина нити 47 сантиметров плюс 5 сантиметров цепочка. Замок родированный. Стоимость этой красоты 5000 рублей. Так, ну и покажу то, что у меня находится вот здесь на бюсте. Значит, смотрите, это желтый сапфир в огранке. Вот такая фантастика. Сапфир 2 миллиметра в ограночке. 50 сантиметров его длина, замок и фурнитура серебро. Стоимость 4600 рублей. Так, и есть у меня два кианита.
Вот такой кианит в огранке, смотрите, овалы. Ручная ограночка, кианит ювелирного качества. Значит, бусы 44 сантиметра получается, плюс 5 сантиметров удлинительная цепочка. Стоимость их 5000 рублей. Так, и вот две нитки показала. Смотрите, давайте еще и сапфир наш сюда. Показала две нитки вот из таких прямоугольников. Ювелирное качество, кианит и великолепнейшая ручная огранка. 42 сантиметра плюс 5 сантиметров цепочка. Собранный через серебро. Стоимость нити 6000 рублей. Вот такая фантастика. Ну вот на этом, наверное, давайте и закончим наш сегодняшний показ. Будьте здоровы и всего вам самого-самого доброго. С вами была Татьяна.